Ну, как бы, мне кажется, даже без слов было все понятно. Хотелось бы, конечно, чтобы звук все-таки был. Но, тем не менее, ладно, я думаю, мы сегодня еще не раз увидим их. Конечно же, начнем мы именно с конкурса косплей, который будет проходить здесь, на этой сцене. Вот здесь у нас отдельный подиум для наших конкурсантов. И я хотел бы, конечно же, представить команду жюри, которая будет сегодня журить в хорошем смысле. По порядку. Приветствую каждого из них. Я прошу вас приветствовать отдельными аплодисментами. Антон Человеков, представитель мастерской Крэчи, профессиональный крафтер с огромным стажем. Аплодисменты. Очаровательная Зои Сайт, обладатель приза зрительских симпатий Комик-кон Санкт-Петербург 2015, популярный петербургский косплеер, все, я думаю, в курсе. Аплодисменты. Вот здесь даже очень-очень подробно. Фотограф, модель и косплеер с огромным стажем, член легендарного косбенда Studio Dockley Ёжик, также является членом жюри. Лолита Романова, корсетный мастер ателье Торнхэм Студио. Я думаю, те, кто очень увлечен темой косплея, должны знать. Она автор множества костюмов, завоевавших первые места на многих российских, да и не только российских, международных фестивалях. Конечно же, специальный гость фестиваля, продюсер внешних проектов компании Wargaming.net Вивиана Стилецкая. Я думаю, все знают, что такое Wargaming. Да? Кто у нас любит танки, а? Кто любит танки? Вот вижу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Слушайте, ну, понятно, это только-только начало. Я представляю, сколько там их еще пока ходит. Кстати, если кто-то из ваших друзей в тех зонах, они пришли посмотреть на конкурс косплея, вы звоните там, набирайте им смс-ки или какие-то еще там, вайбери что-нибудь пишите. Итак. Как я сказал, всем вот этим членам жюри сегодня предстоит очень нелегкая задача, потому что нужно будет сделать отбор из 300, только вдумайтесь, 300 участников, конкурсантов здесь, на этой сцене, будут выступать сегодня. Так что пожелаем им удачи, аплодисменты, давайте поддержим всех участников. Далее я передаю слово своей очаровательной соведущей Валерии, и она уже будет объявлять каждого из них. А вы внимательно следите и поддерживайте, конечно же, тех, кто вам особенно понравится. Спасибо, чудеса! Человек-паук! Thank you.
Ночь в музее Акменра. Алиса в стране чудес. Встречайте, Венсдей Адамс! Thank you.
одиночному дефиле комиксы. Номер 16. Сэм, Шевалье Деон, Лия де Бомон. Домино. Thank you.
4 Гендока Мэджик. Your friend who? DC Comics, Красный колпак. Thank you.
Лысого Амина, которыми нами. Номер 40. Солго и Май Нобуме. Сакизо Фейри.
Пол Дерри, Роуз Кварц. Thank you.
капитан Эдвард Кеннуэй, Assassin's Creed. Дефиле игры номер 61. Шарки, Морриган, Dragon Age. Сердцеедка Эш.
Грей. Призрак, герой меча и магии.
5. S. Графер. Overwatch. Жнец. Abigail Walker. Элиза де Лассер. Алиса Лидов.
Алекс Мерсер. Номер 86, Мили, Дота 2, Луна. Эгоистичная роза. Минами Юмико, Барт, Айон. Assassin's Creed, Иви Фрай. Номер 91. Банши. Ктулху. Ближний боярин. Рейден Тесла.
бабочка Акрага Коа. Принц Вэлиант во времена короля Артура. Принц Вэлиант. Принц Вэлиант во времена короля Артура, король Артур. Устинова Наталья, сказочная принцесса. Джокер.
Made in Magic. Только первый блок, первые 105 конкурсантов. Представляете, что вас ждет впереди? Я, честно говоря, по-хорошему не завидую нашему замечательному жюри, потому что уже из этой сотни, плюс 5 даже, да, 105 конкурсантов нужно выбрать лучших, а это еще только начало, это самое начало, друзья мои. У нас сейчас небольшой перерыв перед следующим блоком косплея. Далеко не расходитесь, далеко не расходитесь, минут 10. Да. Буквально 10-12 минут. Спасибо.